Так, ну и всем привет, с вами Думалка. Спай, Никита, извини. Какой Никита, я здесь? Ой, Миха, извини. Ай, нафиг. Не бей. Я вопросы при съемках, когда мы только, ну, заканчивали опросы, я закончил. Я просто в него запустил стрелу и все. Так, давай. Так, я пока пойду. Заходи. Да. Изыди. Изыди, давай нормально. Я, во-первых, еще тут не до конца сделал. Жрать хочешь? Нет. Ты же меня только сейчас убил, у меня все восстановилось. Так, рельсы не нужны. А что тебе надо? Так. Все. Все, я... У меня есть лестница. Тебе нужна лестница? Нет. Так. Ладно, я пополз на лестницу. Так, так, что нам надо? Ну, я, пожалуй, я эту рельсу беру. Я, пожалуй, где твоя, кстати, комната? О, у меня теперь все у меня. Я упал. А, это на, о, это же наша будет комната, окей? Как раз там для обстрела сделана. А я закрыл. Наверное. Дверью. Зачем? Что, не надо? Нет. Ну что, ну давай хоть такой балкончик сделаем тогда. Да какой балкон? Зачем? Я там лесенку тебе. Мы упасть. Можем легко упасть. Да можешь вот отойти? Она уж не из камня. Так. Не ломай эту лестницу. Почему? Потому что я туда залез. А, я упал. Сундук. О, на крыше сундук. Что там? Там ничего нету. Забыли, похоже, положить. Что за фигня? Так, ребят, извините, мне звонили, я сейчас так захожу снова. Так, захожу. Так, бабушка там. Сейчас я зайду снова к Мише. Ты снова в творческом, читак. Карту берешь. Да я просто карту, чтобы мы могли это. Я тебе сделаю карту или нет? Так, захожу. А еще беру TNT. Зачем? На всякий случай. Поделишься динамитом? Да, мне все. Нет. А чему? Потому что... Ну, пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Ладно, две штуки возьму. Я вообще на крыше заспавнился. Две штуки дашь, а зажигалку дашь? Нет. Это ты уже сам. Тут кремня нету, я ни при чем. Да, это печеньки. Я копаю, короче, через крышу. Здорово. Там, короче, у нас был... Я пойду сделаю лестницу наверх.
Ты открыл сундук? Почему ты с зажигалкой не поделился? Где динамит? Потому что я его наложил туда-то. Тем более здесь не получится два положить. Вот. Хорошо. Поделюсь. Спасибо. Только не взрывай. Я-то зову. Нет, я не смогу ничего взорвать. Тебе... А зажигалкой поделишься? Нет. Почему? Потому что. Почему? Потому что. Ты взрываешь дом, да? Зачем ты взрываешь дом? Сам говорит, что я все постоянно взрываю и сам сейчас взрываю. Ты наш дом зачем взорвал? Нет, вот наш дом. Но я могу поджечь дом. Не надо. Хорошо. Как скажешь. А что это здесь такое? Дашь зажигалку, пожалуйста. Я, конечно, знаю, что сейчас станет с этой библиотекой. Да блин, да поделись позже. Хорошо, хорошо, потом сейчас взорву это помещение. Валим, валим. Боже, знать, как не делиться с зажигалкой. Ай. Ты полгорода взорвал. Вот теперь точно похоже на ядерный взрыв. Поделишься с зажигалкой? Что? Это не я взрывал. Здесь не я взрывал. Угу, нельзя. Смотри, я где я. У меня тайная комната есть. Так я здесь взрывал. Я уже здесь взрывал. Убегает птички. Я сделал тайную комнату. До нашего города не долетело. До нашего дома не долетело. Я сделал тайную комнату. Зачем? Чтобы было. Я ее тебе не покажу. Я найду. Посмотрим. Изыди. Зачем? Все, ты ее не найдешь. Я ее закрыл. Теперь ты ее никогда не найдешь. Для нее еще нужны лестницы. У меня есть лестницы. Ну что ты мне не делишься динамитом? А могу поделиться. И зажигалкой. А можно я их сейчас выброшу? Что это такое? Это шерсть. Дебил. Если что. Поделишься? Зачем тебе? Ну, чтобы и было. Я ничего не взорву, отвечаю. Пошли, покажу, если ты мне дашь. Хорошо. Спускайся. Пошли. Стой, я вот это краду. Зачем? Что мне нужно? Пошли, покажу. Так, иди ко мне. Вот здесь тайная комната. Куда ты залезешь? Говорю, отойди. Ну вот, есть лестница. Давай еще попробуй туда попасть. Попал.
Молодец. И вот, мне осталось только факела. Это можно, знаешь, я могу сходить по домам каким-нибудь, и там мне голдстоун забрать. Я вот сейчас пойду. Стой, зачем тебе факела? У меня же более надежная. А, ну-ка, тогда поставь там. Теперь мне дай зажигалку и динамит. Ты обещал. Ты обещал. Я сейчас не дам. Ты обещал. Ладно. Я просто... Ты мне обещал. Динамит с зажигалкой. Дай. Обещаешь, что не будешь ничего? Нет. А зажигалку? Спасибо. Не взрывать. Хорошо. Ты что так крутишься, вертишься? Ладно, я пошел в нормальное положение. Так. Смотри. Кого? Смотри. Это я сделал. А ты спать пошел? Давай спать. Нет! Я закрылся! Я закрылся! Тебя вытащить? Да. Ха-ха-ха, я сделал для тебя ловушку. Теперь ты будешь, я на тебя натравлю кучу зомби. Ах ты гад, изыди. Ладно, все, открою, открою. Не стреляй только. А ты не открою. Все, я не открою. Ай, сломаю. Да ладно, сейчас открою. Сейчас я спущусь сверху, я наверху заспамился. Да стой, да, я тебе открою. Рукожоп. Заходи. Смотри, нет. Давай спать. Окей, я к себе пошел. Я тоже к себе. Я уже лег. Ты не лег. Почему я лег? Самое хорошее. Хорошо спать на природе, но я на крыше буду спать. Давай, давай уже нормально. Все, я сплю. Че? Я в душ. Это вообще где душ? Это душ называется? Не знаю, это полки. Я назову это душ. Поделись зарядкой. Можно я у тебя возьму? Она мне не влезает. Есть другая? А, душ. Есть другая зарядка. Другая зарядка? Да. Это мне не подходит. Не знаю, вроде была у меня все это. А, пацан, пожар! Пожар! Горит! Я сказал, не надо тебе это вручать! Я вообще ни при чем! Я вообще, она, смотри, у меня в руках нету ее! У меня ее нету. Нет, я только сейчас. Я только сейчас из душа. Я в душ ходил только сейчас. Только в душ сейчас зашел. И вышел, и тут горит, и я не мог подняться. Давай забирать вещи быстрей. Дофига. У меня ничего мне не влезает. Быстрей. Остальное тоже не влезает. Ладно, пофиг, валим. Валим. Я отвечаю, я ничего не зажигал. Валим, побежали за мной вот тут. Туда. За мной. Давай отдельно жить. Господи. Что с этим домом случилось? Может, тут херобрин пришел? Ты что, не пил какой херобрин? А зомби заспамнился. Я побежал.